кстати, по-моему, тоже здесь, в Огарёво. Поэтому у нас с вами хороших времен холодной войны. А наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и... Наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сфере. А что касается военно-технической, то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах. Имею в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки. Имею в виду и современные. Убежден, что сегодняшняя встреча станет очередным шагом. Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем – образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении.